Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. На улице Московской камера зафиксировала, как водитель «Шевроле» спровоцировал двойное ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Московской лихач на «Шевроле» так разогнался, что не успел затормозить и врезался в кроссовер. Ну как разогнался. Да, этот гнал. Слушай, вот этот тоже гнал. 38. Какие они втроем стоят? Да. На перекрестке улиц Московской и Производственной водитель Митсубиси не пропустил Форд, который ехал прямо. На перекрестке улиц Производственной и Солнечной фургон проехал налево на красный сигнал. Видите, все равно поедут. Даже уже под красный сажать, да? Они маневр заканчивают. А видишь ли еще что? Этот откуда? На улице Лепси очевидцы были в шоке от того, как женщина-водитель перевозила ребенка. Возят детей. На улице Производственной на разворотном круге едва не столкнулись два Рено. Куда ты ревали? Это что такое? По данным ГИБДД, в этой ситуации правила нарушил водитель Рено Флюенс. На улице Короленко водитель Ауди поехал против одностороннего движения. Че ты куда едешь? Куда едешь-то? Одностороннее тут движение, че, ну будем стоять. Нарушитель долго стоял, его уже начал снимать другой водитель-очевидец. В итоге водителю Ауди пришлось сдавать назад. На улице Солнечной водитель «Опеля» не убедился в безопасности и решил развернуться. На проспекте Строителей водитель «Классики» оригинальным способом на ходу выбросил мусор в кузов машины «Саха». Михаил Вагин, место происшествия.